Всем привет. Принесли очередной телефон. Вот с такой вот проблемой. Очередной проблемой. Человек при сбросе на заводские настройки забыл удалить свой Google аккаунт или не знал. Это Samsung J5 Prime. Будем снимать видео о том, как обойти ФРП-блокировку на данном устройстве. Что мы делаем? Возвращаемся назад. Самое начало. Предварительно, естественно, подключаем Wi-Fi сети. Подключаемся к Wi-Fi сети. Здесь на первоначальном меню на кнопку Home нажимаем несколько раз. Тем самым запускаем функцию Talkback. По экрану проводим английскую букву L. Здесь выбираем настройки Talkback. Выделяем два раза, тапаем в любое место экрана. Для того, чтобы выключить функцию Talkback, снова по кнопке Home нажимаем три раза. Опускаемся в самый низ. Выбираем справка и отзыв. Здесь выбираем второй пункт. Здесь у нас есть ролик YouTube. Запускаем его. Как говорится, все по старой схеме. И на название самого ролика кликаем один раз. Запускается ролик YouTube. Сдвигаем его вниз и влево. Да что ты, сука? Нажимаем на три точки. Выбираем поделиться. Все по старой схеме, если видели прошлые мои видео. Здесь выбираем email, почту, вводим свою почту email, ввели почту, вводим пароль, ввели пароль, нажимаем вход, все, попали в почту. Снова по старой схеме выбираем вложить функции сверху. Предварительно снова я подготовил флешку с программой Quick Short Market. Здесь другое, мои файлы, дальше карта памяти и выбираем программу Quick Short Market. Выделили, нажали готово. Опускаемся чуть ниже, видим нашу программу, которая прикреплена к данному письму. Открываем ее. Заходим в настройки, ползунок вправо, устанавливаем с неизвестных источников, подтверждаем, устанавливаем. Нажимаем «Открыть». Открыли. Что здесь? Здесь мы ищем калькулятор, пишем по-русски. Калькулятор. Вот он. Выбираем калькулятор. Выбираем. Нажимаем посмотреть. В калькуляторе вводим следующие данные. Так, надо сфокусировать. Скобка открывается. Плюс 300. 120. 127. 32 плюс. Открывается следующее окно. В этом окне мы нажимаем звездочка, решетка, 08 08 решетка, USB настройка. В данном меню выбираем нижний самый пункт DM плюс ACM плюс ADB и нажимаем клавишу reboot, то есть перезагрузка. Пока перезагружается наш телефон, перейдем к компьютеру. На компьютере также скачал несколько приложений, то есть приложение и драйвер. Открываем папку. Сначала выбираем папку Samsung. Устанавливаем драйвер для нашего телефона. У меня уже он установлен. Предлагает
повторить установку я откажусь, вы установите, согласитесь с установкой. Дальше что мы делаем? Открываем папку FRP скрипт Samsung. Открываем папку скрипт Samsung и подключаем наше устройство через USB провод к компьютеру. Подключили наше устройство к компьютеру и нажимаем вот этот, устанавливаем вот этот батник. Открываем, открывается командная строка. Здесь нажимаем циферку 1 и клавиша Enter подтверждаем. Переходим на устройство. Здесь нажимаем ОК. Снова на компьютер. Компьютер предлагает нам нажать любую клавишу. Командная строка. Нажимаем, допустим, пробел. Снова предлагает нажать любую клавишу. Нажимаем пробел. Процедура прошла. Снова пишет нажать любую клавишу. Нажимаем пробел. Для продолжения еще раз нажмите клавишу пробел. Все. Данную процедуру мы на устройстве выполнили. Переходим к нашему телефону. От компьютера его можно уже отсоединить. Что мы делаем далее? Предлагает процедуру входа. Установить Samsung аккаунт мы его пропускаем. Далее. Готово. Разрешить. Ну вот, собственно, и все, что и требовалось доказать. Ну, для сущей веры, уверенности в себе, заходим в настройки. Общие настройки. И сбрасываем телефон до заводских настроек. Сбросить. Удалить все. Ждем. Ну вот, устройство сбросилось до заводских настроек. Теперь проверим, что у нас получилось. Начать. Здесь уже Wi-Fi сеть не просит. Кнопка «Далее» у нас доступна. Нажимаем «Далее». Выбираем «Принять все». Это лицензионное соглашение. Снова нажимаем «Далее». Опускаемся в самый низ. Еще ниже, еще. Нажимаем «Далее». Время выставите потом. Но имя свое пока не обязательно. Просит защитить телефон. Нет, спасибо. Пропустить. Пропустить. Здесь самое интересное. На Samsung он просит ввести Samsung аккаунт. Я считаю, что он ни к чему. Поэтому также стрелкой вниз и нажимаем пропустить. И здесь подтверждаем кнопкой пропустить. Поставите Samsung аккаунт. Проблем будет в два раза больше. Опускаемся в самый низ. Здесь принять все можно галочку убрать, чтобы быстрее у нас прогрузился рабочий стол. Нажимаем готово. Вот, собственно, и все. Смотрим. Samsung J5 Prime. Версия Android у нас. Если точно модель рассматривать, то это у нас J570F, версия Android 8.1, извиняюсь, версия Samsung 8.1, версия Android 7.0. Вот, собственно, и все. До новых встреч!